have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и прошло уже 4 месяца со времени распространения чумы, но чувствуется, как будто прошла целая жизнь. Чтобы сохранить как можно больше людей живыми, в безопасности, военные превратили метро в убежище. Они собираются извлекать каждый лагерь, пока не помогут каждой живой душе в зараженных районах. Сегодня нашу группу извлекают. Мама, куда мы идем? Безопасное место, Коди. А папа придет? Папа там будет? Надеюсь. По-моему, там задница какая-то не делается, да? Почему-то у него автомат не заряжен. Ну ладно. Коди, в машину, быстро. Давай, работай. Да. В этот момент все, что я мог, это добраться до дома. Мам, ты боишься монстров? Конечно, но кому какое дело? Ладно, так. Голоден? Да, чуть-чуть. Так, чуть подлатали и будет готово. Да. В общем, ребятушки, это Undying, неумирающий или уж бессмертный, если то пошло. У нас время идет, елки-палки. А время важно? Наверное, кстати, важно. Вон у нас голод и жажда есть. У вас двигаться... F. To pay respect. А, hold. А, подойти. Ага, я могу заставить мелкого открыть. Ну-ка. Иди, пацан. Там крекеры и запасы. Так, open. Крекеры. Я могу себе переложить, Коди переложить. Или вообще отменить. Ну, нафиг, давай я, наверное... Нашу героиню зовут Анлинг. Давай вот так. И вот так. Все пока что мелкому запихаем. В общем, ребят, это дорелизная версия. Насколько я знаю, сейчас игра уже релизнулась, и она в Стиме. Ее можно купить уже после релизную версию, так скажем. Так, Б. Проверить сумку. Это базовая еда. Накормить мелкого, минуточку. А где его показатель голода? Хорошо. Сорт. Сортировать. Накормить Коди. Пусть он похавает. Энергия. Там спать придется. Так вот, мне эту игрушку прислали друзья. Они купили, когда она еще была в таком бета-виде. Сказали, слушай, тебе, наверное, будет интересно. На, посмотри. Сейчас она уже доступна. Так, это наше обычное место, где мы храним. Сейчас она уже доступна на релизе, но я ее пока что не покупал. Решил запилить небольшую посмотряшку. Мы посмотрим, я посмотрю. Я ее в первый раз вижу точно так же. Она у меня просто лежит очень долго уже. Я что-то себе забрал. Тут можно готовить? Дерево нужно. Ясно, скреп и вуд. И тогда мы сможем кипятить воду.
И, ага, значит, мне нужно железка, мне нужно это. Давайте обыщем. Нужен ключ от задней двери. Я понял, нас пока водят по... Я заберу. Вода. Вон там есть скрэп. Да. Вот в этой вот версии игра только на английском и китайском, поэтому, ну, китайского я не знаю пока что. Соответственно, мы играем на английском. А как-то можно повертеть это все дело? Нет, нас пока не учили. Но у нас есть мини-карта, что уже хорошо. Тут есть инструменты, тут и надписи читать. Ребят, извините, я не успеваю, потому что пытаюсь ознакомиться с игрой. Забрать все себе. У мелкого потом, по-моему, это будет долго вытаскиваться. Если мне... F. Можно... А, это крафтовый стол. Мне не хватает ни того, ни другого. G. Ну да, мне не хватает ни дерева, ни этих ни железных деталей. Мне нужно их больше найти. Возможно, да, на втором этаже можно будет исследовать. Поэтому у нас сегодня такой... О, маленький Будда. I guess part make film comfortable American truth to be told, I don't think I've seen one of these. А, то есть Будда, которого привезли. Возможно, точка сохранения? Да. The family you can use it to manually save. небольшой такой. Ну, не то чтобы отсылка, и нет, отсылка это когда они связаны, тут абсолютно не связано. Наша прошлая посмотрелка на Trek to Yomi, там тоже ты сохранялся на алтарях таких небольших. Так там это был Япония, тут и китайские алтари. Так, забираем дерево, да. Тут медицина. Я могу все это строить, только мне нужно куча дерева. Я понял. Нам этот дом нужно будет как-то обеспечивать. Понял. Анлинг. То сегодня твой день свадьбы. Извини, что мы не можем быть там слишком далеко, и мы не можем так. А, у нас есть проблемы со здоровьем, мы не можем приехать. Желаем тебе счастья и хорошего и богатства. Не волнуйся за нас. 3 октября 82-го. Баба-мама. Так ты баба или мама? Ладно, шутки в сторону. О, старое письмо от родителей. Крутяк. В общем, пока что это все будет в формате посмотряшки. Если нам как-то это все потом пойдет, то я, естественно, пойду, куплю уже свою версию в Стиме, а не вот в таком формате. Так, это мы забираем. Это мы забираем. У нас теперь, по-моему, хватает железок, туалет, который можно прочистить. Так, все надо чинить. Мы почему-то в доме. Кажется, вроде как дом наш, но тут абсолютно все в непригодном состоянии для использования. Так, вот это еще можно взять. Да. Ой, паровозик. Возвращение домой выполнено. А, это у нас был обыскать дом. Извините, я только сейчас посмотрел, что там был квест выделен. У нас мало энергии. У меня, кстати, маловато жизни, наверное, потому что меня укусили. Также из неумирающих, ну, Undyne, я могу, наверное, сделать какое-то предположение. Нам нужно выйти из дома, чтобы искать эти... Ага, то есть нам нужно извлечь выгоду из нашей удачи. Кто знает, сможем ли мы найти помощь. Короче, нам придется выходить из дома, поэтому нам придется чинить. Может, заставить пацана чинить? Неплохо. Я бы предпочел, чтобы у меня была и монтировка, или какой-то нож, или еще что-нибудь. Посмотрим, что мы еще из этого сможем получить. Так, мы можем получить биту. 5 дерева. У меня осталось 5 желез. Дерева у меня вообще, кстати, не осталось. Слитки, одежда, рогатка. Ой, блин, рогатка, это, конечно, круто. Но лавочку можно будет... А чтобы заапгрейдить, сколько нужно? Дофигелиард просто. Ну. Это все немножечко напоминает... Как же-то... А, This War of Mine игра называлась. Помните, где нужно было тоже свой собственный дом апгрейдить, потихонечку в нем все чинить?
А, тут можно разбирать вещи. Тут можно складировать. Коди, я, отличная семья. Ну, давайте выйдем на улицу, посмотрим. Итак, здесь мы можем починить это. Вот тут мы собираем. Все идет вот сюда. Вот сюда. Ну да, видимо, нам придется ходить, лутаться. Мне нужно будет как-то вылечиться. Но для этого или надо найти лекарства, или нужно их скрафтить. Блин, там... Точно, я только сейчас заметил, там было... Ты можешь меня научить? Нужен ломик. Ломик у нас будет. Мне чуть-чуть... Вот, он учится. Нужно пробел нажимать. Вот мы бензин получили. О, ключики. Хорошо. Мам, смотри, вот ключик к нашему дому. Да, можем открыть заднюю дверь. Хорошая находка. Коди. Теперь мы можем официально... Блин, там, за... там все мертвые. Я не знаю, насколько они мертвые. Мы пока... Нужно нажимать постоянно, чтобы он учился. Потом... Так, будем уже к нему в рюкзак складывать. Интересно, как потом учитывается. А почему мы их обыскать не можем? Нужно отдохнуть. Я понимаю, но так можно я подыму, пожалуйста? Там кто-то есть? А, у тебя полностью... Я понял, полностью ноль выносливости. Это значит, что я даже поднять ничего не смогу, не залутать ничего не смогу. С этим придется считаться. Причем пацан не такой уж и уставший. Я чувствую себя слабо. Интересно, хпшка будет уменьшаться при этом или нет? Ну, пойдемте спать. Пойдемте тогда... А где я могу? На втором этаже я могу отдохнуть. Я думаю, да, тут шикарная кровать. Почему бы нет? Сколько? Плюс 50. Плюс 60. А, это еще... Ой, блин, у нас как в Лонг Дарке будет вода, питье уменьшаться за счет... Давайте 5 часов поспишь. Хорошо. Немножко проголодалась, немножко это. Половину энергии мы себе восстановили. Давай, хорошо, полностью высыпайся, черт с тобой. Малой тоже проголодается. Или это наш общий голод и... Оу. Надо понять, вот это вот голод и всякое такое, это наше общее или это только для одного персонажа? Мне бы медицинскую эту сделать, да. Учись, пацан. Отлично. Повязку. Алкоголь. Ну, тут все, в принципе, стандартно. Нужны ингредиенты или даже, как кое-кто бы сказал, индигриенты. Что мы еще можем починить? Так, а, статуи Будды. Мы можем сохраниться, кстати. Давайте сюда же. Там показывается количество вещей, которые у нас есть, что круто. Тут, наверное... Ой, я паровозик запинал, извините. Тут, наверное, тоже можно поспать было. Не уверен. Что я еще могу починить? Я могу вот это. Мне тут не нужно железо, какие-то более продвинутые материалы. Нужно понять, как работает местный крафт. Пойдем еще на улице полутаемся. Нам нужно больше золота. Можем открыть заднюю дверь. Кстати, то, как он и сказал. Так, тут нужна монтировка. У нас таковой нету. Странно, что люк кровавый. Так, пустая бутылочка. Наполнили бутылочку. Отлично, скоро нам понадобится попить. Тут у людей все хорошо. А, блин, если нажимать вот так, вот так. Там кто-то есть, кто-то орет. На, Коди, таскай.
Я ж тебя научил, там мы ж пробел нажим. О, металл. На, забирай, дружище. А, давай посмотрим. Сначала я у тебя все это заберу. Вода, отлично, отлично. Вообще суперски. Итак, старая фотка. На заднике говорится Мэри... А, 12 день рождения Мэри. Семейная фотка, они кажутся счастливыми. Постучать. Там кто-то есть? А? Это Мэри. Дайте немножко воды, я просто подыхаю от жажды. О, бедная девочка. Подожди минуточку, дай мне проверить. Спасибо. Что спасибо? Дай мне проверить. Ладно, дадим ей воду. Почему? Сколько же времени прошло, пока она последний раз ела? Спасибо, Энни. Энни, are you okay? Да, пожалуйста, почему ты здесь одна? Да, мама и папа, они ушли на улицу несколько дней назад. Они закрыли дверь снаружи и сказали мне, что они скоро вернутся. И пока что это то, что они думали. Ну, ты очень смелая, Мэри. Я уверен, твои родители скоро вернутся. Я скоро тоже вернусь, блин, буду навещать тебя. И если тебе что-нибудь понадобится, просто скажи мне. Спасибо. Тут все еще есть еда. Но воды уже не было. Но воды из крана не было уже несколько дней, поэтому я вообще не хотела пить. Как удачно, что вы услышали мой голос, войс. Я думаю, что воды будет достаточно, чтобы мне хватило некоторое время. Когда мама и папа вернутся, то все будет в порядке. Все будет в порядке. Мне нужно идти. Пожалуйста, попытайся занять себя чем-нибудь. Так время идет быстрее. Хорошо, спасибо, Энни. Так, я понял. Итак, ну, мои предположения, что ее родителей уже давненько нету, раз и несколько дней назад ушли, так и не вернулись к своей дочурке, она могла бы тут копыта склеить, поэтому, оп, учись. Интересно, вот эта учеба, она как-то где-то влияет... О, Т! Patience, complete the following test to unlock craft skills. Терпение. А, выживание. Помочь маме насобирать 10 вещей. Посмотреть, как чинятся два домашних крафтовых предмета. Перемещаться по разным... То есть пацана можно учить. The slingshot with Cody at the backyard. Сделать рогатку и попробовать ее с Коди на заднем дворе. Посмотреть, как мамочка убивает зомби 5 раз. И Коди нужно больше практики. Почините цель и попрактикуйтесь. То есть, да, пацана нужно учить, он обучаем. Потом, видимо, можно будет как-то что-то... Фишка в том, что приходится его постоянно учить, но это интересный элемент геймплея. Сливаем бензинчик. А, он пустой. Не сливаем. Я не хочу сейчас нарваться на зомби, потому что мне тупо нечем с ними драться. Ну-ка, у нас будет еще бенз? У нас задание так-то выйти на задний двор, потому что мы ключик от него нашли. Но почему бы не пошариться здесь, пока можем пособирать всякие... Угу, пусто, спасибо. Чтобы понять, что пусто, нужно столько же времени, как и откачать целый бак бензина. Ну хорошо, ладно, это игровые условности. Пусть пацан учится абсолютно всему. Я не против. Наверное... Ой-ой-ой, мне туда наверх надо. Мне дощечку надо построить, чтобы я попал туда наверх. И вы слышали там зомбятина, да? Но там наверху ящик с инструментами, мне это тоже надо.
Надеюсь, у нас есть еще вода дома. Ну, вода у нас вроде как бы была. Это переместиться на другую часть карты. Это я понял. Воду мы не всю отдали. У нас была еще вода. Мы, кстати, можем попить? Нужна пустая бутылка. Как бы серьезно. А как инвентарь? Ладно. Безопасно пить. У меня пустая бутылка прибавилась или нет? Да. И вот эту всю воду из фонтана мы можем выпить. То есть у нас практически неограниченный источник воды. Круто, круто, хорошо, мне это нравится. Тут мы тоже можем что-то починить. Но потом, пойдем домой. Нам нужны доски, чтобы добраться до... Вообще доски нам много для чего нужны. А, мы можем уже, кстати, сделать монтировку. Давайте мы ее сделаем. Так, кто ее будет... Коди, наверное, ее будет делать. Коди пока что не может. Значит, я буду делать. Хорошо. Я кое-что новое выучил. Отлично. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так. Нужна помощь от Коди. Убедитесь, что Craft, Survival и Combat у него выучены. Ну, я понял, его надо тренировать. Да, вот оно у нас. А где он? Было что-то сделать вместе с ним? Вроде как нет. Хорошо. Биту 5 из 10. Я бы вот это... А, я могу и то сделать. Да, видимо, опять придется мне делать. И биту тоже себе сделаю. Хотя нет, минуточку, мне еще доски для чего-то нужны были. Интересно, монтировка, я могу отбиваться или нет? Я бы все-таки, да, давайте... Отлично, бита у нас есть. Я думаю, я понял. Круто. Ночью они выходят или как это все работает? Ну-ка. О, это мы хавчик забираем. Супер. Мне просто интересно, насколько безопасно ночью здесь передвигаться. Мне кажется, не очень. Но кто его знает? Слышали это, да? Так. Забираем себе. Оно того стоило. Страничка из дневника. 10 августа 92-го. Энни, Коди. Люди пытались убедить меня уехать сегодня. Но это не случится. Я никуда без вас двоих не уеду. А я знаю, вы вернетесь домой. И когда вы вернетесь, все будет отлично. Это Якоб, который. Оп, учись. Ой, патроны. Это я себе заберу. А у меня фул. Поехали. Надо, во-первых, разгрузиться, во-вторых, вылечиться. В-третьих, холд Коди, серьезно? Я могу его на руках тащить? Там что-то шипит, я пока туда не хочу идти. Ой, на shift это не бежать, это красться. Так, все, поехали спать. Нам скоро надо будет что-то похавать, но это будет уже потом. Я так понимаю, что в доме мы в безопасности. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Можно сейчас будет что-нибудь покрафтить, можно будет сделать еще несколько вещей. Во-первых, сохраниться. Я знаю, что лучше после сна сохраниться, но... Уж что есть. В-третьих,
Ладно, спи, завтра вылечимся. Danger. Надо будет что-то поесть, нужно будет что-то попить. Минуточку, как мне посмотреть? Да, энергия восстановилась. Вернулись домой, у нас был хороший отдых. Как мне посмотреть показатели малого? Инвентарь. Базовая еда. Блин, а как мне... Ну, я могу ему крекеров дать, там, я не знаю, или что-нибудь. Это грязная вода у нас, да? Это его инвентарь, это мой инвентарь. Или это вода чистая? У него, видимо, чистая вода, а у меня вода грязная. Это ту, которую из фонтана набирал? Кстати, наверное, да. А, ключ... А ты кто? Значит, давайте... одну тебе. То есть, да, у него не хватает еды, у него не хватает воды, но я не могу пока что как-то просто переключиться на него, чтобы это посмотреть. Это немножечко... Так, F. Чтобы вот Коди использовал. И ему попить надо. Я так предполагаю. Так. Can we make the food? Ну, да, пусть он выпьет. Я могу попробовать... Блин, я не хочу грязную воду пить. Мне кажется... Почему? А, это не Ну, я понимаю, что тут это еще бета. Так, у нас есть пустая бутылка, которую я могу потом использовать. Хорошо. Это... Да. И на нее использовать. Все, я теперь на full health. Что я могу починить с тем, что у меня есть? Тут, во-первых, медикаменты, это хорошо. Здесь паровозик вернулся на то же место. Что за паранормальное явление? Я же вот футболил в прошлый раз. Нужен кусок тряпки и уголь, чего мы пока что не имеем. Не знаю, ребят, как вам, мне кажется интересным. Вот я пока сколько на это все смотрю, мне оно все кажется интересным. Так, наверное, давайте это мы все поставляем. Патроны тоже оставлю, потому что... Так, я не договорил, потому что мне пока что не из чего стрелять. Просто грязную воду оставлю, бутылку оставлю. Бита, ключи от заднего дома, да, есть. Консерв оставлю, у него крекеры есть. Один бинт возьму с собой. У нас чуть-чуть свободных слотов есть. Хух. Ну, пойдемте посмотрим, на самом деле, что у нас там... Обучение-то, в конце концов. Это не универсальные, кстати. А что ты их выкинула? Учись, как дверь открывать, малой. Видишь, ты бы никогда не догадался без меня, как дверь открывать. О, это к нему же. У него бинты, пусть будет там же. Идем на бэк-ярд. Надеюсь, там у нас не будет ничего. О, боже, зомби! Коди, ну-ка назад. А мне страшно. Не будь... не пугайся, не будь напуган.
Он... Хорошо, что он застрял в ловушке, а просто оставайся подальше, я с ним разберусь. Ладно. Меня научат драться? У меня есть уже. Может, я ударю? А почему так? Система боевки... Система боевки здесь сделана чуть-чуть не это. Он мне 2 хпшки, кстати, снял. Ну ладно. Это было страшно. Что это за человек? Почему он нас атаковал? Это не люди, они монстры. Они были людьми, но сейчас уже нет. Июнь вроде прошел уже. Они стали безумные и не могут себя контролировать. Они были людьми и уже не люди. Да, вот это вот. Были. Я возьму вторую биту. Ну, я же откуда знал, что мне дадут ее сделать. Я капкан подобрал, серьезно. Так, генератор. Генератор нужно бы топливо подзакинуть, которое у нас как раз есть. Тут я могу что-то сажать, выращивать. Ой, рогатка! Так. Джек планировал поиграть в стрелялки с Коди. У нас должно быть оружие для детей. Коди нужно научиться себя защищать. Ну, на всякий случай. Иди сюда. Попробуй выстрелить. Ладно. Это трудно. Пацан, это рогатка. В смысле, это трудно? I need the... Блин. Люди. Просто люди. Ну вот... На. На. Тебе камни еще нужны? Раз. Это у него кулдаун, и он пугается. 2. 3. Есть. А, молодец. Мам, я его сломал. А как мне еще потренироваться? Не волнуйся, мы это починим. Так, это нужно... Чтобы чинить... Минуточку. А вот, он же научился чему-то. Combat skills у него должны были появиться, да. Посмотреть, как я убиваю 5 зомби, 1 я убил. 3 раза из рогатки выстрелить, понятно. Это у него смелость, кстати, должна расти, по идее. Но теперь я могу постоянно его просить атаковать. Что хорошо, у него еще осталось 7 выстрелов из 40, я так понимаю. Мы можем генератор подзаправить. А, в доме есть электричество, не надо использовать генератор. Генератор можно заправить, кстати, мне кажется, было бы логично. Этот человек, он был полицейским, он мне напомнил солдата, который спас нас в туннеле. Интересно, все ли с ним в порядке. Может, мне нужно пойти бы в метро и посмотреть, там ли он. Могли бы также найти информацию о других эвакуированных. Мы не можем просто сидеть и ждать. Может быть, рискованно, но... возможно, пойти в метро будет верной вещью, верным выбором. Я думаю, что... И надеюсь, что вещи... Ну, вся эта ситуация в городе немножко успокоилась. Как бы... город... Поставь, куда ты хочешь пойти. Поставить город... Что? Исследовать метро. Хорошо, хорошо. То, что исследовать метро, это, конечно, я понял. Ну-ка, давайте-ка я одну канистрочку сейчас... Так, капкан. Капкан — нужная штука. Наверное, я одну биту здесь оставлю. Ладно, поломанную, черт с ней. Рогатка пусть у тебя будет. Металл, дерево.
Пойдем заправим генер на всякий случай, чтобы он у нас, по крайней мере, был заправлен. Я не знаю, что может случиться. Так, ну, просто заправить его. Почему нет этой опции? Ладно, хорошо. Ага, дверь закрыта. Кстати, зомби исчез. Дверь закрыта. И... вроде как там говорили про Джейкоба, но у Джейкоба не было ни ключей, ничего такого. Мы же уже к нему наверх поднимались. Ладно, значит, просто будем держать канистру с топливом здесь поближе. Может, и капкан тоже сюда поближе. Хотя он мне может понадобиться в бою. Черт его, ладно, пойдем. Просит нас исследовать. Что ты хочешь? Так, пить чуть попозже. Сейчас пойдем наберем бутылочку заодно из фонтана. Наберем бутылочку из фонтана, раз у нас одна бутылка освободилась. Эту воду не совсем безопасно, что ли? Да, это, видимо, грязная вода. А что там с этой девахой? Пойдем посмотрим. Тут пакет катается. Я могу тебя, кстати, освободить. Мне нужна жидкость. Ну хорошо, на, попей, я же не против. Наберем тогда еще одну сразу же. Это бензин, не бензин, непонятно. Почему здесь нельзя набрать? Ну, то есть тут те же самые подходы к фонтану, но набрать можно только тут. Ладно, нам пока что... Да, оружие у меня есть. С этим я гораздо увереннее себя чувствую. Так, стой. А что если я вот здесь? Пацан, иди сюда. Иди сюда. Ты можешь, пожалуйста... Они же вырвутся прямо к тебе. Ты можешь, пожалуйста, сюда подойти? Коди занят. Коди занят. Будем бить эту дубинку. Да ладно, ты не попала. По одному поинту она снимает за удар. Ну, в принципе, логично. Получается... А, вон, прицеливание идет, смотрите. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Чем дольше целишься, вот так будет булзай. Ну, поэтому же промазать невозможно. Капкан, давай я тоже подберу. А как мне... попросить пацана подвинуться, когда он в панике? Значит, мне нужно ему смелость тренировать. Так, мы, по-моему, получили ткани. То, что нам еще некоторые вещи, которые нам нужны были. Убивая зомбей. Мы получили доступ к некоторым нужным нам вещам. Тут у нас минус до зомби. Похоже, эта локация у нас полностью исчерпана. Пойдемте посмотрим, что мы можем сделать с домом еще. Надо бы поесть. Да, поесть надо бы. Возможно, те же самые крекеры или что-нибудь. Так, мне не хватает металлических частей. Ладно. Чего тут не хватает? Так, нет, это не тут было, это было наверху. Что мы можем тут делать? Погодите. Ну-ка. Можем сделать рогатку, можем сделать недостаточно материала. Апгрейд. Нужно две
таких и такое, тогда можем делать такое. Ну-ка, значит. А у меня не хватит одной доски? Вы серьезно? Тогда могли бы много чего сделать, но мне не хватает одной единственной доски для этого. Ладно, надо сложить припасы. Значит, металл. Весь этот можно оставить дома. Деревяшки можно оставить дома. Металл сложный. Так, бинты, ткань. Ткань, наверное. Даже ткань, я так понимаю. Вот это тоже можно оставить дома. Крекеры возьмем. А, вот еще деревяшка. Там у них 9, прикиньте. Так, вода есть, ломик есть, лекарства есть. Можно пойти сохраниться. И, ну, видимо, это тогда получается выход уже на другую локацию. Ау. Смотрите, ребят, будем тогда на этом заканчивать. Опять же, как вот бетку мы с вами посмотрели, в Стиме она релизнулась, эта игра. Если хотите, если она вам понравилась, я ее куплю, и мы с вами ее посмотрим. Ну, дальше поиграем, посмотрим, какая здесь сложность будет, все дела. Да, вот это все, наверное, придется начать сначала. Возможно, я его перепройду сам, не на камеру. Смотрите, даже если мы начнем прохождение этой игры, оно начнется не со следующей недели. Я просто поставлю эту игру в очередь, потому что у нас есть небольшие планы насчет следующего проекта. Сегодня это просто посмотряшка. Я хочу узнать, что вы думаете. Хотите ли вы видеть эту игру? Она вроде как ничего выдающегося пока что, но как-то все-таки интересно это все смотрится. Не знаю, посмотрим. Пишите, что думаете. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.